Здравствуйте, с вами Анатолий Амброзий. И сегодня мы находимся во втором по величине городе Эстонии – Тарту. Несколько веков подряд он назывался Дорпат. Тарту расположен на реке Эмаэге, что в переводе на русский язык – мать-река. Население составляет около 93 тысяч человек. Город поделен на районы. Стоимость недвижимости в среднем составляет 1300 евро за квадратный метр. Главные достопримечательности города – Тартуская ратуша, фонтан «Целующиеся студенты», здание Тартуского университета, руины Домского собора, Петровская церковь и также церковь Святого Павла. Тарту наполнен студентами. Здесь расположены различные медицинские центры, научно-развлекательный центр «АГА», а также музеи и театры. Добро пожаловать в Тарту! Подписывайтесь на мой канал в YouTube и будьте в курсе новостей об Эстонии, а также ее недвижимости.